Яркие представления, веселая музыка и радостные лица малышей. Настоящий праздник подарили детям с инвалидностью в центре дневного пребывания Каратальского района. В концертной программе были задействованы и сами особые малыши, где они смогли показать свои творческие способности. На детском мероприятии виновники торжества получили памятные подарки и сладкие угощения. На празднике в городе Уштобе побывала и наша съемочная группа. В этот знаменательный день в центре дневного пребывания для детей с особыми потребностями провели большой праздник. Поздравить девчонок и мальчишек приехал аким Каратальского района Улан Дусымбеков. Со стороны местного исполнительного органа на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка центра. По словам руководства учреждения, на сегодня центр посещает порядка 50 малышей. А потому создать праздничную атмосферу воспитатели стараются по любому поводу. В Международный день защиты детей особенно. Яркая концертная программа не оставила равнодушной ни одного малыша. На празднике показали свои творческие способности и сами виновники торжества. В течение всего дня ребятня с большим удовольствием перевоплощалась в персонажей сказок, а также участвовала в инсценировке отрывков любимых мультфильмов. Ребята смогли показать свои театральные способности в небольших постановках. В представлении принял участие также весь коллектив центра. В каждом выступлении они поддерживали своих воспитанников. Стоит отметить, центр дневного пребывания функционирует уже 7-й год. Главная наша задача – это социализация детей, интеграция их в общество. Мы предоставляем 8 видов специальных социальных услуг. Наш центр оснащен современным оборудованием реабилитационным. У нас есть специализированные кабинеты, все специализированные кабинеты. И работают у нас высокообразованные специалисты, такие как логопеды, дефектолог, массажисты, ЛФК и многие другие. Также у нас есть медицинский персонал, который обследует состояние. После добрых слов, пожеланий друзьям и родителям ребята запустили в небо воздушные шарики. Балар ашлада имбрчиден. Посещая этот центр, дети раскрываются с положительной стороны. Находят друзей и общаются между собой. Даже начинают чаще улыбаться. Этот праздник подарил нашим детям отличное настроение и яркие впечатления. Мы этот центр посещаем с момента открытия. Вот уже на протяжении 7 лет. Коллектив очень хороший, добрый и отзывчивый. В завершении мероприятия представители районного акимата, к слову, являющиеся постоянными спонсорами, вручили ребятам памятные подарки и сладости. А о том, что детский праздник удался, красноречиво свидетельствовали искренние улыбки и счастливые глаза мальчишек и девчонок. Эльвира Ликерова, Жаркын Шынтаев, телеканал ЖТСУ, Каратальский район.